Всем привет! Забрал Егор с покраски. Такие вот качества покраски. Выставил зазоры, капот, бампер, фары. Ну еще осталось распаковать все вместе. Крыша тоже здесь. Салон собрать, так что машинка уже на финише. Итак, передок собрал, бампер полностью, осталось внутрянку, и машина едет на мойку, а еще подкрылки осталось поставить.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.